Всем привет! Сегодня на обзор пришел новый универсальный картридер. Помните, я рассказывал вам про другой такой же классный картридер для любых устройств. ПК, iPhone, iPad, Android устройств. А еще обзор снимал, который вы почему-то проигнорировали. Этот тоже способен подключаться по лайтингу, имеет разъем microUSB и обычный USB. Но в нем также присутствует и новый разъем USB Type-C. В этом году много устройств переходит на этот разъем. Работает он следующим образом. Вставляем карточку microSD, а дальше устройство, на которое или из которого необходимо перебросить информацию, фотки, документы, видео и другое. Для iOS потребуется скачать приложение iUSB, которое по оформлению и возможностям идентично iDisk Pro от предыдущего картридера. В нем вы можете создавать и восстанавливать контакты из резервной копии, делать фото и записывать видео прямо на карточку, прямо с карточки смотреть видео, слушать музыку и листать фотографии. Отправить файл с флешки на почту или загрузить себе в телефон. Читать книгу или перебросить ее в установленную считалку. Само собой передавать фото и видео на флешку для последующего воспроизведения на другом устройстве. Работает отлично, выглядит интересно, но имеет один минус. У меня сейчас 10 iPhone, и вот на нем это устройство не определяется. Для всех остальных рекомендую к покупке.